Эколого-биологическая станция «Маленький принц» – излюбленное место учащихся школ города и сельских поселений. Экологи стараются сделать все возможное, чтобы детям было интересно изучать окружающую природу. Каждый день ребята узнают для себя что-то новое и необычное из жизни живой природы. Множество конференций, проектов и творческих конкурсов проводится не только среди учащихся, но и для всех желающих. Сергей Терентьев руководит станцией 7 лет. Всю жизнь изучает природу и часто ходит в походы. У нас все-таки детский город-курорт. Вопросы экологии, они стоят на первом месте. И когда акции мы проводим, да даже просто очистить пляж, побережье где-то принять, собрать мусор, где-то скопать, посадить, ну это всегда очень здорово. Я говорю, детки всегда с удовольствием принимают в этом участие. Вам нравится этим заниматься? А разве может не нравиться работать с детьми, которые всегда с удовольствием общаются с природой? Детская экологическая станция – единственное учреждение в городе, где школьники получают не только экологическое образование, но развивают и творческое мышление, получают патриотическое воспитание. Дети с удовольствием изучают поведение животных, исследуют водоемы и речки, берут на анализ пробы воды и почв. В самой станции находится уголок дикой природы. Представлены виды растений, которые растут лишь в засушливых местах. Наблюдают и ухаживают за ними юные экологи. В следующем году станции исполнится 20 лет.